спортивном комплексе «Салют» состоялся турнир по стритболу на Кубок головы. Стритбол – это уличный баскетбол. От обычного отличается количеством игроков в команде. Их трое. И зона игры. Она представляет собой половину баскетбольного поля с единственным кольцом. Александра Морозова из Мытищ участвует в соревнованиях Сергиево-Посадского округа по уличному баскетболу не первый год. Рассказывает, что в этот спорт пришла случайно. Я приехала в Сергиев-Посад. Раньше я жила в Москве. И мы пошли с мамой записываться в кружки. Хотели на гимнастику, но было уже поздно. Поэтому была такая очень классная женщина Евгения Юрьевна. Она меня взяла в свою команду, и мы начали играть. А после я начала играть на России, и вот играю сейчас за Мытищи. С года в год география участников турнира расширяется. На этот раз в нем приняли участие спортсмены из Дубны, Талдома, Александрова, Мытищ, Королева и Сергиево-Посадского округа. Всего в турнире боролись 24 команды, 16 мужских и 8 женских. С призовым фондом ежегодно турниру помогает администрация округа. Турнир пользуется большой популярностью. Количество команд растет из турнира в турнир. Мы постоянно стараемся улучшить призовой фонд, найти ребятам какие-то сувениры, призы. В прошлый раз нам вручали ребятам, участникам, победителям, призерам футболки с символикой уличного баскетбола. А сегодня, так как это Кубок головы, сегодня есть специальный денежный приз победителям. Уже 2 года подряд турниры по стритболу в округе организуют инициативные люди из молодежного центра «Атмосфера». В прошлом году мы собрались с инициативной, скажем так, группой, продумали, и за прошлый сезон у нас прошло, вот не соврать, 10 игр, если не ошибаюсь. В календарном году игра первая, и постепенно мы переберемся на летние площадки. Вот-вот, это май или с июня мы стартанем уже на площадке города. По итогам турнира победителем женской категории стала команда «Доб Гёрлс» из Москвы. Серебро у московской «Меринды» и бронзу завоевала команда «Тяжелый случай» из Дубны. В мужской категории первое место у «Резерва» из Сергиево-Посада, второе у команды «Федор Михайлович» из Мытищ и третье у «Салюта» из Сергиево-Посада. Мария Ревека, Антон Коврижных, ТВР-24.